Жильцы дома номер 13 на сходе граждан обратились к главе города с просьбой заменить дорожное покрытие во дворе. Ямы колдобины, особенно тяжело ходить в дождь. Сейчас вся придомовая территория полностью очищена от старого асфальта. За выполнением работ по благоустройству дворовой территории следит администрация центрального района. Конкретно снят слой старого асфальта, сделана подсыпка, трамбовка, будет сейчас разливка вяжущих средств, после чего будет устройство покрытия асфальта самого. Это в этом доме ямочный ремонт, во дворе ниже. Управляющим компаниям поставлена задача благоустроить все придомовые территории.